И крови не жалко. Сегодня судебные исполнители и сотрудники Департамента юстиции стали донорами. Благотворительную акцию посвятили Дню независимости. В центре крови побывала и наша съемочная группа. Судебные исполнители откликнулись на призыв сдать кровь. В 10 утра 40 сотрудников Департамента юстиции пришли в центр крови как на работу. Все хотят сдать кровь. По словам работников центра, в медицинских организациях города существует постоянная потребность в крови. И далеко не все организации так дружно приходят сюда. Судебные исполнители города Караганды сегодня откликнулись на акцию на безвозмездную сдачу крови. Сегодня, получается, судебные исполнители вот с 10 часов находятся здесь. Пришло около 40 человек, на такую акцию откликнулись. Это, как получается, акция у нас приурочена ко дню 16 декабря, Дню независимости Республики Казахстан. В наших сотрудниках у всех есть патриотизм, чувство к своей республике, а также мы болеем за здоровую нацию. В этой связи, вот в этой акции сегодня мы приняли участие. Сотрудники департамента надеются, что и другие организации последуют их примеру. По правилам, донор сначала проходит обследование, а затем уже сдает кровь. Как заявляют специалисты, третьей и четвертой группы крови меньше, нежели первой и второй. А также центр нуждается в крови с отрицательным резусом фактора. Если вы тоже решили стать донором, одного желания тут мало. Важно, чтобы давление и гемоглобин были в норме, а также, чтобы донор не болел такими заболеваниями, которые передаются через кровь. Айгерим Бухтаева, Виталий Сирин, Евгений Макаров, 5 канал.